В церкви нужна серьезная дискуссия об административной реформе. Думаю, что основные решения должны приниматься на уровне епархии, то есть церковного региона. Никто не должен излишне вмешиваться в ее жизнь. И духовенство, и местные епископы должны определяться в первую очередь избранием на уровне прихода или на уровне епархии. Если канонически тот или иной человек избран быть не может, его можно отвести как кандидатуру на основании обоснованного церковного решения, но избирать и священника, и епископа должны все-таки местные церкви. С учетом образовательного ценза, при возможности отвода человека, если он канонически не может быть избран священником или епископом, патриаршество нужно развести с административными функциями. Патриарх не должен быть епископом над епископами. Он не должен мелочно вмешиваться в жизнь епархии или приходов. Он скорее мог бы быть отцом всей церкви, председательствующим на соборах и в синоде, не имеющим возможности что-либо решать единолично, но при этом имеющим некое особое служение, связанное с высшим представительством интересов церкви, с сохранением ее единства. Он не может быть просто харизматической личностью. Он не должен быть администратором. Управленческие решения и выработка церковной позиции по важнейшим вопросам должны быть все-таки делом коллегиальным и делом компетентных людей, не одного, а многих.